блин, жопу носит, пипец, на этой грязи. Третья передача вытягивает, пипец. Постоянно в буксе. Третья передача. Это было тепло, очень-очень тепло. Фух. Так. Надо перекурить немножко. Фух. С поддона какая-то параша льется. Жесть. О, все ноги мои. На спину накидала, везде накидала. Но он, конечно, валит по этой грязи, пипец, пацаны. Третья передача, вот танковая дорога. Тут просто вот фарш. Сейчас мы еще вот тут прохватим. И я домой попробую вам что-нибудь показать. У нас сегодня дождь был всю ночь. Поэтому песок весь такой промокший. Мягенький, хорошенький. Вот по нему самое то, на этой резине, что на рейсере стоит. Третья пошла, родная. Тут у нас уже трасса начинается. Я трассы не люблю. Что это у нас такие хвосты какие-то завышенные? Как говорится, обкатка закончилась. Надо ездить. Да. Ножками, ножками, все отрабатываем ножками. Все кочечки, все ямочки. Не, стоя на самом деле, на нем вообще полный кайф ехать. Я сидя практически и не езжу. Ладно, покажу вам еще свое место любимое. О, грязь! Грязь! Да! О, да! Хорошо! Рейсер не расслабляться!